Да. Black Star Mafia. Снэпбэк, тату и борода. Тони Тапора встречает города. Нас очень любят дамы, их ревнуют господа. Чтоб я покинул клуб один? Да никогда. Я смотрю на ее грудь, она на мою бороду. Она бросает парня, идет в мою сторону. Он не носит бороды, носит усы. Ему не помогли машины и часы. Борода решает вопрос. Ну, открывай. Отдашь всем, сопротивляйся. Вторые, которые подойдут. Пустой. Читай. На этом этапе вы получаете часть кода, если изобразить картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Ясно. Должно присутствовать точное количество бурлаков и позы. Связывающая веревка, судно, которое они тянут, флаг на судне, трубка у курящего. А кто тут курит, кто из нас? Никто? Первые два бурлака должны быть с борта. Все это надо сфотографировать и показать дежурным по локации. Но мы же это уже все сделали, правда? Вята, сколько? Пошли поговорим. Короче. Сколько количество бурлаков? Ну это мы все. Не, ну в интернете кто-нибудь откройте, гляньте. Вот это вот все тянем, правильно? Да. Веревка. Веревка можно изобразить. Сигара. Веревку изобразить сигара. Как рука. Руки. Шарф он у него хороший, длинный. Все, да, получилось? Жесткий селянин букет роз. У местных кисок коматоз. На микрофоне Тони, уличный пес. Всем реальным пацанам привет. Я уважаю строго натуральный цвет. Я подписал контракт Black Star, а не с жилет. Ведь лучше бороды для мужчины нет. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя свой с ума, моя борода. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Шалом всем московским бородачам. Ты читаешь Тору или чтишь Коран? Или ты просто небритый русский пацан? Береги свою породу и носи бороду. И не брей ее по тупому поводу. Эстафета принята, борода побрита. Капитан, я помощник капитана, я сам себя назначил. Читаю вслух громко. На этом этапе вы получите часть кода. Если преодолеете вход в портал и отыщите в нем секретный пароль. Снэпбэк, тату и борода. Тони Тапора встречает города. Нас очень любят дамы, их ревнуют господа. Чтоб я покинул клуб один? Да никогда. Я смотрю на ее грудь, она на мою бороду. Она бросает парня, идет в мою сторону. Он не носит бороды, носит усы. Ему не помогли машины и часы. Борода решает вопрос. Жесткий селянин букет роз. У местных кисок коматоз. На микрофоне Тони, уличный пес. Всем реальным пацанам привет. Я уважаю строго натуральный цвет. Я подписал контракт Black Star, а не с жилет. Ведь лучше бороды для мужчины нет. На этом этапе вы получите часть кода, если собьете мячиками все бутылочки из-под йогурта. На за каждый бросок мимо выполняется штрафный круг с кандинавской ходьбы. Где круг? Да. А где круг? А, ну он не такой большой хоть. Борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя свой с ума, моя борода. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Шалом всем московским бородачам. Ты читаешь Тору или чтишь Коран? Или ты просто небритый русский пацан? Береги свою породу и носи бороду. И не брей ее по тупому поводу. Эстафета принята, борода побрита. Отрежь себе и член, не будь как Кончита. Твой бородобрей тебе красит бороду. Вы теперь близки, слух идет по городу. Хочешь, я дам поносить тебе свою бороду? Стремно краску лить по любому поводу. Уважай наш конгломерат. Здесь каждый бородатый наш брат. И каждая малышка скажет да, если не нарисованная борода. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тебя свой с ума, моя борода. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. Читай слово. Совершите покупку на сумму равную размеру обуви и мини.
наш брат. И каждая малышка скажет да, если не нарисованная борода. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Обменяться с тобой? Нет, что надо делать? Меняться ручками? Ну, считай, на что поменять-то надо? Дважды обменяйте предмет с прохожим, подтверждая эту фотографию. Первый раз меняем предмет на что-то, второй раз меняем то, что выменяли еще на что-то. Фиксируем на фото. А что ручка? Пойдем, пойдем, Валера, проходи. Не ста... Здравствуйте. Здравствуйте. У вас там предложение. Меняемся ручками? Ну, а своя, она свою. У вас красивая. У нас, да, она может даже самая некрасивая. Красивая ручка. О, ладно, все, нормально. Она потом брат. Спасибо. Меняемся потом брат. Спасибо. Ага. Так, пойдем. Первую команду уже все поменяла. Пока не были просто. Первый прыжок. Ой, на конфет. Огонь. Все, спасибо. Пиши марку и цифру. Не здесь, не здесь. Ну, это просто вот тут. Если не было порядка, то, конечно, смысла нет писать. Пиши марку и цифру. У нас первая Вольва. Вольва и цифра. 7. У него первая была 80. Вольва, он сам говорит. Потом было... 70, 850. Ауди. Ауди 1. Ауди была единица. Ауди шестая у него была. Свинья шестая. Потом здесь была БМВ, здесь БМВ. Пятерка универсал была. 525. Семерка была. А это ДКЮ. И тройка была. Это не связывается. Это просто. Тем более, откуда она знает, что там? Света все помнят эти... 5-1. Здесь код 9. Не по зубам, но Ниву можно скинуть. Давайте скинемся, Стас, на Ниву. Давай. Ауди. После Ауди был... А может, Светка думает, что это седан? Лада седан, но четверка была. Мандео, пятерка, транзит. Слышь, у меня реально Омнива было в голове. Я молчал! У меня это было, но я никому не говорил! Ура! Не оторвал мне! Откуда пришло? Сингапура! Саня, мы разбираемся! Ты билеты на самолет, мы летим! Мы летим! Мы летим! В Лас-Вегас! Тихо! Светка залетела! А ну-ка! Не осталось? Дэйкью, Джейкью! Мы ждем! А, ну так сразу бы и сказали! Анус какой-то! Мы вас ждем тут! Пчелки! И где это? Опять Ребус! Нужно отгадать это! Бита! Твою же мать! Пошли в Дэмона, ну их нафиг! Первый маэт! Мы ждем Бита! Подожди. Бита! Нет. Бита они нас ждут. Подожди. А почему они по латышке начинают думать? Пчела! Пчела! Четыре буквы пчела! Первого мая. Нет, вот, она четыре только. ВЧЕЛ. Пчел. Ты все знал. Сич, город, все пчел. ВЧЕЛ. Пчел, город, пчел. Город, пчел. Поехали, я знаю, где. Улей. Бита-сити. Еще варианты. Центр города. Бита сбита. Бита в соло. Короче, бита идем в Ланголе. Если в Ланголе их не находим, садимся в Ланголе и бухаем. Нет, ребят, помним. Сложил три картинки на две. И тут то же самое будет. Нет, тут я думаю... Какой-то что это, галка, опрос. Я к тому, что нет, два из четырех. Четыре буквы. Здесь не будет соображения. А при чем здесь вот этот вот тогда взять? А, отдельные, это свои отдельные картинки. Пчела, опрос или что это, или галки. И город какой-то. Город. Вы отгадали, они не отгадали. Открывай! Ну так открой, скажем, что орать. Пешком идут еще. Мы на автобусе приехали. Серьезно? Ну как мы тут оказались? Они только что зашли. А вы что здесь? А мы приехали быстро. Быстрее пришли. Все, закрывай. Ну, 174, нет? Ты видишь? Да. На чем вы приехали? В машине. А просто с машины твоя стоит. Бэмка. Надо было бэмку искать. Ну. Надо было GPS включить. А давай, мы нашли? Нашли. Просто мы нашли. Мне ноги в жопе снимают. У меня ноги уже в попу залезли, отвечаю. Что-то быстрее нахуй, что? Это был первый. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.